Снял я редуктор, короче, с этого тарантаса. Так как у меня была большая выработка вот на этих вилках полуосей. Очень большая тут подсальники вот здесь. И масло тут тоже маленько сочилось, поэтому пришлось наваривать, протачивать. И также еще была вот эта штука, звездочка. Это не я делал, ее делал кто-то другой. Я уже взял редуктор такой с этой звездочкой сижевской наваренной. Поэтому здесь, вот на этих шлицах, также было все наварено. Раковины были большие такие, здоровые. Ну, короче, насыпано капитально. И сальник вот здесь, который ставится, он здесь вообще по раковинам ходил. И масло просто ручьем бежало, когда едешь. Все масло полностью попадало на цепь и разбрасывало ее на тормозной диск. Вот который у меня здесь стоит на суппорт от скутера, от родного. Поэтому тормоза все были в масле. Поэтому тоже пришлось все наварить. Тут диаметр на 25 миллиметров подсальник. А вот этот диаметр на 35. Вот сюда подсальник. Вот, так что ничего сложного нет. Наварил, в центра зажал, проточил и все. Осталось сейчас мне его собирать. Звездочку я поменял, поставил поменьше на 19 зубьев. Ну и соберу все это дело, проверю, как оно ездит, бежит, нет масла. Привет всем, сегодня у нас 30 июня. Жара на улице. Ну и я вот этот драндулет маленько испытываю. Он у меня тут разобранный, так как я делаю тормоза гидравлические. Закрепил маленько цилиндр тормозной. Вон, прикрыл его баночкой, чтобы пыль не летела. Главный тормозной цилиндр. От копейки. Буду устанавливать сюда педаль. Поменял звездочку. Поставил на 18. Сейчас она бегает почти так же, как на 21. Так как ему его хватает мощности его раскрутить на полную. А на 21 его немножко не хватает раскручивать. Напрямую это раскрутит, но так оно не сильно хватает. Затянуть стал лучше. Вот. Сейчас он у меня резвенько разгоняется. Ну, скорость не сильно большая, не замерял, но нормально, мне хватит по силу ездить. Конечно, вот этот мост желательно устанавливать на скутер где-то 150 кубиков. Ну, хотя бы 110, чтобы менты не докапывались, техосмотр не проходить. Вот 110 кубов, это было бы нормально. 50 кубиков, это маленько слабовато. Ну, хватает, в принципе, вот до 18 зубьев звездочки. Сзади у меня стоит 21 зуб на редукторе, тут 18. Поэтому, в принципе, хватает даже с этими колесами жигулевскими на 13 дюймов от Жигулей. Меньше колеса ставить тоже нету смысла. А такие, получится, тише будет бегать. Тянуть будет получше, но тише бегать. Да и смотреться будет дерьмово. Да и еще одна причина такая, что будет сильнее трясти. Так как колеса большие, они гораздо лучше проходят кочки, ямки. Чем маковские колеса. Спереди у нас скутере тоже стоят довольно-таки приличное колесо размером. Вот. Так что он идет очень мягко, довольно-таки устойчиво. И мне довольно-таки очень нравится. Так что скутер у меня получился более-менее нормальный. Осталось мне его доделать. Так что если кто-то будет собирать вот похожий такой скутер, то ставьте движок хотя бы 110 кубов. Тогда звездочку можно спереди ставить на 21, на редукторе 21, жигулевские колеса, и будут гонять идеально. И мощности хватит, и скорость будет хорошая. Ну а здесь, ну чтобы менты не докапывались, мне до этого достаточно. 50 кубиков. Вот. А так я ремонтирую АКУ. Потек у меня сальник на коробке кулис. Поэтому приходится делать.